Друзья, всем привет! Привет, мои хорошие! И привет вам из Турции! Сегодня у нас пятница, 11 ноября, и у нас здесь в Манавгате, рядом с нашим домом, пятничный рынок. Там продают фрукты, овощи, орехи, сыры, ну, в общем, это рынок с продуктами. Когда мы жили в Стамбуле, у нас рынок был по вторникам. Мы жили в районе Фатих, это центр Стамбула, Чапа. А здесь у нас по пятницам. И этот продуктовый рынок, он каждый день в разном районе. Это очень удобно. Еще хочу сказать огромное спасибо моим зрителям и подписчикам моего канала. Особенно я хочу выразить свою благодарность, я и мой муж. Мы хотим выразить свою благодарность. Это Рустем и Анюта. Большое вам спасибо за поддержку канала. Вы уже не первый раз нас поддерживаете и присылаете нам деньги на развитие нашего канала. Огромное вам спасибо и дай Бог вам здоровья. И привет из Турции, города Манавгата. Приезжайте в гости. И еще хочу сказать, что я открыта к сотрудничеству и к рекламе. Если вам нужна реклама, пожалуйста, пишите. Обращайтесь, мы с вами свяжемся и обдумаем и обговорим уже все детали, чтобы было удобно и вам, и нам, как говорится. Так, ну а я переворачиваю камеру и иду на рынок. Здесь он будет сейчас, ну, сейчас совсем рядом. А время у нас, не посмотрела, по-моему, 4 или 5. Вот примерно в это время обычно мы ходим на рынок. Вечером уже после 6 там практически никого нету, витрины, как говорится, полупустые, все уже уходят люди, а вот в 4-5 как раз самое то. Вот сейчас впереди люди стоят, это здесь продают хлеб, вкусный хлеб. Это как в России, например, булочные, пекарни. Вот здесь хлеб продается. Но мы здесь обычно не берем. Я вам в следующем видео покажу другое место, где мы берем. Мы покупаем там, где стоит печка. И получается, там на углях готовит хлеб. Он невероятно вкусный. А вот люди идут уже с пакетами с рынка. И там невероятно вкусный хлеб. Вот там беру. И там булочки, симиты. Там берем. Еще там я беру тесто, мне тоже нравится, а вот уже начинают арбузы, дыни. А вот по 20 лир. 20 лир капуст, арбуз. Но это не за килограмм, это за одну штуку. 20 лир. Курс на сегодняшний день такой. 20 лир умножаем на 3.50. Я лучше сюда. Пойду. Умножаем примерно на 3.50, и получается цена у нас в рублях. Обычно в будние дни, ну, в другие дни, когда нет рынка, здесь вообще нету движения никакого, нет машин, нету пробок. А вот так как сегодня рынок, поэтому люди приезжают на машинах, и вот много народу. Трафик. И вот наш рынок открытый. Я вас хочу взять с собой и показать, какие здесь цены смешные, потому что по-другому я их не назову. Вот здесь сидят женщины, а там бабули. Это они сами все выращивают и продают. А там дальше уже на рынке, там фермеры. Люди, которые выращивают свою продукцию в деревне, сюда приезжают, ее продают. Чем нравится мне этот рынок? Тем, что здесь все натуральное, все свежее и органическое. Вот свежая барабулька, дорада, сибас, цен нет. Цен нет. Вот они ее, на улице тепло, плюс 23, и вот они ее льдом покрывают, чтобы она не портилась, потому что быстро все портится.
нигде цен нету. Мы здесь рыбку не берем, потому что цены придумывают из головы. Орехи тоже здесь не берем. Сейчас я вам дальше покажу. Всегда берем там. Смотрите, несколько видов сыров. Здесь он козий, вот самый вкусный козий сыр. Каймак продают. Это такой, он такой грубоватый, а вот 100 лир стоит килограмм. Грубоватый сыр, очень-очень соленый. Зейтинки. Зейтинки это, как по-русски сказать, забыла. Это оливки и маслины. Господи, забыла. Вот есть, допустим, 40 лир килограмм, 50, по 55, по 60, по 70. Чем они отличаются? Есть, которые менее соленые, есть прям сильно соленые. Допустим, если вот эти 40-50, то они уже старенькие такие, ну, вкусные, но так себе. А если уже ближе к 60, то они очень вкусные, они прям свежие. Вот эти, видите, они на гриле, их жарят. Вот есть фиолетовые, розовые. Хош булдук, мираба. Так, орехи. А вот наш друг, мы уже подружились, за полгода здесь берем. И вот у него орехи. Мираба, насосунес, хош булдук. Вот у него здесь орехи тоже всегда свежие, вкусные. И у него здесь нормальные цены. Сиджак пыстык? Чок сиджак. Тышекирлар. Тышекирлар всегда угощает. Горячий не дал. Ой, не могу, руки держать. Горячо. Большое спасибо. Ой, как вкусно. Вот такой вот рынок. Сейчас будем смотреть цены. Это испорченные. Вот полузеленые 15 лир. Нет, такие не нравятся. Огурцы 10 лир. Хорошие. Можно взять. Помидорки 15. Баклажаны 7 лир. Мандарины 10 лир. Мы в прошлый раз взяли вот такие зеленые, а они такие сладкие оказались. Мы думаем, ну неужели они будут вкусными и сладкими? Сладкие. Груша 20 лир. Киви 20. Апельсины 20. Нар, забыла как по-русски. Гранат 30 лир. Вот хорошие помидоры. 15 лир. Ничего, хорошие. Потом вернусь, возьму. Капуста 15 лир. Не забывайте, умножаем на 3.5. 8 лир. Опять забыла. Хавуч. Морковка. Ну что ты будешь делать? Редиска. 8 лир. Два вида. Есть вот такая вот зеленая и наша обычная. Но только смотрите, какая она огромная. Если я положу в ладошку. Большая. Здесь всегда так шумно. А турки очень любят зазывать, говорить, сколько стоит. Приходите, скидки сделаем. Бананы 15 лир. Боже мой, мягкие. Перчик. Вот такой перчик, 15 лир. Этот перец острый, тоненький, 20 лир. Еще вот такой зелененький, 10 лир. Давайте пойдем фруктам. Что у нас тут есть? Виноград, 15. Тыква вот по 20. Тыква шикарная, я люблю кашку из тыквы готовить. 15 лир, все, забыла, как называется по-русски. Извините меня, пожалуйста. Сливы 30 лир. Яблоки, все по 10 лир. Зеленые, красные, желтые, розовые. Всех цветов. Ой, сори, пардон. А здесь уже по 7 лир. Так, смотрите, очередь здесь. Давайте посмотрим, что здесь у нас. А, мандарины по 7,50. Мандарины по 7,50. Сейчас еще вам покажу один фрукт.
вот этот фрукт, 80 лир стоит, но он невкусный, нам не понравился, он на любителя. Авокадо на кадар? Он лир. 10 лир за одну штуку. Я знаю, где дешевле. Я знаю, где можно купить за 7, за 8. Этот чуть дальше. Чеснок. Есть за 60. Вот такой мелкий 25. Вот этот хороший. Свежий урожай, прям сразу видно. Отлично. Здесь у нас тоже фрукты. Сейчас да, у нас здесь в Турции должен пойти сезон клубники, но что-то я ее нигде не вижу. Здесь яблоки по 12, хурма 10. Здесь еще зелени много, везде зелень. Обожают. О, картошка, давайте посмотрим. Картошка 10 лир килограмм. Шикарная картошка. Лучок 12, там я вижу. Картошка чуть-чуть поменьше. 9 лир написано. Хорошая картошка, за ней я тоже вернусь. За ней вернемся. Так, это что у нас такое? Что это за... фрукт. Он говорит, как яблоко. На кадар. 30 лир стоит. А, на вкус, как яблоко. Зелень, пучки по 20 лир. Лук-порей, пожалуйста, шикарный. Как здесь шумно. Сейчас, тоже помидорки. 15 лир. Ну, в основном цена везде одинаковая. Можно еще немного поторговаться. А, мираба. Зейтин вармы? А, на гюзелья. Я всегда в этом месте беру зейтинки. Мне очень нравится. Сонра гилиджам, тамам? Ага, тамам. Сказала, что попозже приду и куплю зейтинки. Всегда у них беру. У них и цена нормальная, и всегда вкусные они. Вот здесь еще шикарные мандарины. 10 лир. А в одном месте были они по 7,50, поэтому там была такая очередь. Вот такой вот у нас пятничный рынок. Всегда здесь много народу, но если прийти сюда утром или днем, то народу будет совсем мало. А вот уже ближе к вечеру, прям, как раз, наверное, люди приходят с работы и покупают фрукты, овощи. Мы тоже всегда берем, знаем, что он каждую пятницу, поэтому мы всегда берем по чуть-чуть, растягиваем на неделю и каждую пятницу приходим и покупаем. Спасибо большое, что вы были со мной. И посмотрели это видео до конца. Не забывайте пальчики вверх, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Большое спасибо, что вы меня смотрите. Ну и до встречи. Совсем скоро мы с вами вновь увидимся. Пока-пока. Всем желаю счастья, любви и хорошего настроения. Пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.